Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня, проект Faberlic Online. В этом видео я вам расскажу про новинки 8 каталога, часть 2. Итак, мы с вами уже пол каталога прошли, осталась другая часть каталога. И тут у нас с вами новинки кремов для рук. Вот такие вот хорошенькие витаминные кремы для рук. Вот честно скажу, классные, клевые, питательные, легкие, быстро впитываются. В общем, ароматы супер-мега яркие, такие, какие я в принципе люблю. Вот он такой вот густущий, хороший. Значит, это у нас идет манго и папайя. Он идет как бережный уход за кожей рук, кутикулой и ногтями. Свежий фруктовый аромат убирает дискомфорт, ощущение шелушения неприятное, да, уменьшает чувство стянутости, оказывает активное увлажняющее действие, усиливает способность кожи удерживать влагу. Артикул 120-12, идет 75 мл. То есть у нас есть уже спрей, мыло и такой вот классный крем. Так, ну что ж, давайте пробовать. Ну, мне нравится. Он такой, знаете, очень приятный, легкий, классный и реально быстро впитывается. Мне нравится такое ощущение. Да, ну и кожа рук сразу видно, да, где получше стало. Где пальчики поровнее получше. Тут если сразу видно морщинки, да, то тут их уже не видно. Сразу же резко сгладились. Увлажняет на отлично. И аромат такой прям манго и папайя. Прям натуральный, сочный. Прям захотелось его откусить. Честно скажу, очень нравятся такие вот натуральные ароматы. Не знаю, как компания Faberlic их добивается. Далее. Вот такая красота. Тоже густущий. Клевущий. Да, знаю, что такого слова нет. Артикул 120-11. Он тоже идет как бережный уход за кожей рук и кутикулы. Это аромат арбуз и дыня. Очень приятный. Я его называю бабл-гамовый. Мы наносим также небольшое количество крема на чистую сухую кожу легкими массирующими движениями. Он также устраняет ощущение дискомфорта, шелушения, уменьшает чувство стянутости, оказывает активно увлажняющее действие и усиливает способность кожи удерживать влагу. Они два абсолютно одинаковых по действию. Абсолютно одинаковых по консистенции. У них получаются только разные отдушечки. Да? Очень вкусный аромат. Такой вот прям приятный, свежий, клевый и классный. Как раз после тестирования вот этой вот красоты. Я решила ими помыть руки. Ногтем немножечко попозже. Следующая у нас с вами крутая новинка. То, что я заказала, это блок Spain. И тут, вы знаете, всего 2 капсулы в день его нужно принимать. И счастье как здоровье. Если его не замечаешь, значит оно есть. Вот такой вот намек на то, что бадики надо бы попить всем. Ну, конечно, это по желанию. Вот такой у нас блок Spain. Вчера у меня после самолета очень сильно заболела голова. Я его протестировала впервые. И могу вам сказать, что боль абсолютно полностью ушла. Это очень приятно. Ощущение прямо мега вау. Я очень сладко, хорошо уснула. Думая, что у меня эта головная боль, она меня всю ночь будет долбать. У меня бывает такое после перелетов. Тем более, что мы летели из Сочи в Киров. Это 4 часа. Перелеты для меня тяжеловаты. И получается, что вот эта вот новинка идет как формула на основе олигопептана. Аналог естественных противовоспалительных пептидов. Представляете, тоже пептидная косметика. Комплексное и противовоспалительное, противоболевое действие у него. Он даже уменьшает дискомфорт в суставах и мышцах. Мышцы у меня тоже болели. Кто смотрел первую часть, я показывала, что у меня вот тут вот рука, она как бы болела целиком. Я ее помазала Signum One и еще от головы выпила блок Spain. И у меня, в принципе, и рука, и колено, и все-все-все прошло. Прямо подтверждаю, что он работает. Это реально круто. Штука. Он идет из обзора Александра Эдигера, я посмотрела, как жаропонижающий. И дополнительная поддержка идет тут при заболеваниях, получается, сопровождающих повышением температуры тела. Угу. То есть вот раньше я принимала, помню, что мне врач продавала X-Pain, а сейчас она сказала, что состав великолепный, можно и на этот переходить. Вот такая вот красота. 60 капсул по 560 миллиграмм. Артикул 158-13. Что же тут за состав, да? Давайте с вами посмотрим. Вот экстракт мартини душистой, олигопептан. Дальше идет биосвелиний экстракт, в том числе биосвеликовые кислоты. Далее ивы коры экстракт, в том числе содержание салицина. Угу. Дальше сабельник экстракт, юбки, рутин, биопирин, в том числе пиперин.
Ну, очень крутая штука. Могу сказать вам, что это, да, действительно все здорово. Вот они дозы, кому нужно, да. Вот он состав, кому нужно, обязательно посмотрите. Продолжительность приема 1 месяц, нужно его тут пить. Взрослым по одной капсуле 2 раза в день. Значит, артикул 158.13. Ну и свидетельство о государственной регистрации. У нас все по ГОСТу, стандарту, СанПину, халялю. Вот такая вот красота. Я очень рада, что у нас такое средство появилось. Обычные капсулы. Можно их высыпать и пить в порошковом виде, а можно пить так просто. Вот такая вот у нас клевая-клевая новиночка появилась. Я очень прям довольна и реально безмерно счастлива. Прямо очень хорошо. Далее взяла, как обычно, антиоксидантный комплекс. Кто хочет дольше жить, это от окисления организма. Я думаю, все это уже знают и понимают. Артикул 158.50. Также я взяла контроль сахара. У меня есть проблемы с сахаром. Артикул 158.36. Пью его. Контроль сахара, он, кстати, очень сильно снижает аппетит, потому что там в составе есть пиколинат еще и хрома. Далее кардиосуппорт взяла. Артикул 158.41. Тоже отличная вещь, особенно когда устали или тоже простудились. Заболевание, да, что снять нагрузку сердца, тоже классно. Просто так пропить, если есть у кого-то проблемы с сердцем и так далее. БАДов у нас реально огромное количество. И гастрокомфорт есть, и поддержка кишечника, и поддержка печени. В общем, у нас прям все это шикарно. Но сколько я не слушаю докторов, врачей, нутрициологов, диетологов, они говорят, что самое главное, самое-самое главное, без чего вообще ничего не усваивается, это магний хелат. Вот самое главное. Вот сначала, ну, все нужно начинается с магния. Потому что они говорят, что даже селен без магния не усваивается. Я, конечно, очень была удивлена. Ну, вот такая вот история. Итак, дальше мы с вами посмотрим вот такую новую линеечку. Я тоже очень рада, что у нас вышел новый вкус, потому что все, ко всем вкусам мы уже привыкли, а тут как бы что-то да новенькое. Это очень приятно. Так, первое, что мне попалось в руки, это такой вот акваспрей-освежитель. Это обычная такая вот водичка, как вы видите. Что он делает? Он освежает и увлажняет, и ароматизирует, и эффективно устраняет неприятные запахи. И самое, что классное, он осаждает пыль и увлажняет воздух. И что самое классное, он идет без всяких спиртов и пропеллентов, что тоже здорово. Все мы знаем, как это вредно, да? То есть вот он, пожалуйста, значок, биоразлагаемый, все присутствует. Артикул 308.05. Реально понравился, реально вкусно, реально классно. Экзотический оазис у них вкус. Такая атмосфера райского острова, да? Да, просто шикарно. Далее, мыло для кухни, устраняющее запахи. Такая вот красота. Тут нужно повернуть и выдавить. Артикул 308.10. То есть оно не только запахи устраняет, но еще и оставляет приятненький ароматик. Тоже очень приятное, ну, такое, да, густое, клевое, классное. Артикул 308.10. 300 мл, очень большой. Мягко и эффективно моет, не сушит кожу рук. И, в принципе, он подходит под все. Да, то есть от рыбы, чеснока, лука, не знаю, там сырого мяса, специй, сигарет. В общем, все, что не нравится, все можно смыть этим мылом, да, и с рук, и отовсюду. Вот, и легко он закрывается, открывается. То есть очень такая удобная упаковочка. Так, следующее, это ультракондиционер для белья, ребята. Тоже, да, абсолютная новинка. По консистенции он точно-точно такой же, как и предыдущий. Что мне нравится в наших кондиционерах, это вот такая вот красота, когда вы выливаете, ничего не морается, вы закручиваете, и ничего тут нигде не течет. То есть всегда все чисто, свободно и хорошо. Значит, вот у него получается составчик. Очень такой приятный, да, немножко отсвечивает. Аромат безумно приятный, мне очень нравится. Вот, но на самом деле, что он делает? Я постирала с ним пару стирок, действительно, новый аромат на балконе. Но он точно так же, как и все, которые есть, смягчает, ароматизирует, устраняет неприятные запахи, сохраняет дышащие свойства тканей и подходит для спортивной одежды. То есть все то же самое. Вот тут, как им пользоваться, то есть я сравнила, ну, все точно так же. 30 стирок идет, эти же все значки, skin-friendly, биоразлагаемый паф тут идет, то есть все хорошо, да, и состав тоже, как вы видите, открытый состав у него, да, то есть ингредиенты, тут и жирные кислоты, и особый органический полимер, и биоразлагаемые консерванты, минеральная соль, то есть хороший натуральный состав. Идет он также 500 мл, то есть, ну, такая вот красота.
Красота, красота. Далее у нас с вами идет гель ультраконцентрат для мытья посуды. До 3 раз гуще и эффективнее, нам говорят. Ну что ж, посмотрим. Артикул 308.11. Я им тоже уже пару раз посуду помыла. Мне было интересно, хотя больше я, конечно, люблю посудомоечную машину, нежели мыть руками. Ну, я думаю, девочки меня поймут. Такой вот он густой, прозрачный, клевый, классный и, в принципе, действительно очень хорошо обильно пенится. Мне понравилось. И густота, как вы видите, реально приличная, да, то есть он еле-еле течет. Запахи, ну, прям, знаете, один в один все. Нету такого, чтобы там один запах, там запах мыла отличался от запаха там геля ультраконцентрата для мытья посуды. Также он идет со знаком 0+, то есть можно мыть им посуду новорожденных деток, бутылочки и так далее, что очень приятно. И, конечно же, раз он 0+, то им нужно мыть и фрукты. Что такие вот у нас идут тут значочки, что он биоразлагаемый и так далее. В составе идет 96 ингредиентов из источников натурального происхождения, что тоже очень радует, прям 96%. Ну и, конечно, тут написано, что им можно, как даже сказать, да, применять в концентрированном виде, как он есть на самом деле, да, и им можно в разбавленном виде пользоваться, вот, и разводить в пропорции 1:1, 1:4 и так далее. И средство подходит для очищения посуды даже домашних питомцев. Оно не предназначено для использования в посудомоечных машинах. У меня ребенок как-то раз налила тоже такое же средство в посудомоечную машину. Мы очень долго убирали всю пену и всю воду. Просто все пошло верхом. Да, ну и как видите, кому хочется состав, можете поставить на паузу и почитать. Все биоразлагаемое, экологически чистенькое. То есть такая вот красота. Ну, я, в принципе, рада, когда у нас бывают новиночки. Так, далее по программе Faberlic Drive я заказала пятновыводители и отбеливатели. Это не вид новинки, поэтому они у меня очень часто в заказах мелькают. Значит, пятновыводитель очень мне нравится, и посуду, и ковры, и все им можно мыть. Артикул 327. И отбеливатель, у него идет артикул 328. Дальше, конечно же, карандашики пятновыводители я заказала. Я их называю тяжелой артиллерией, потому что они все убирают абсолютно. 301.52 артикул. Ну и, конечно, универсальный спрей пятновыводитель. Кстати, мы его с собой в поездку очень часто берем. Мне нравится. Артикул 301.51. Как-то вот у меня, знаете, он кончился. Мы тоже были в Джубге на интенсиве. У меня он закончился, потому что Вика как-то вот сильно свинячила в тот интенсив. И я вам скажу честно, это было просто обалдеть не встать. Я сходила, купила в магазине тоже какой-то спрей пятновыводитель. У меня все руки просто вот пошли такими страшными белыми пятнами. Я поняла, что это ожоги. И я поняла, что лучше нашего пятновыводителя не существует. Да, он тоже отбелил, причем не так хорошо, как наш. И еще я ожоги на руке оставил, которые я лечила потом практически 3 дня целых. Ну вот вы представьте, да, что в магазине иногда бывает подсовывают. Так, к платьям чуть позже вернемся. Вот что еще хочу показать. Такая вот классная штука. Я им, ребят, просто помыла руки, если честно. От этой новинки я была очень сильно удивлена. Такого я даже не знала, что такое существует. Сразу оговорюсь, это 3+. Идет с мягкой формулой. Она не содержит ни парабенов, ни силиконов, но это детская мыльная краска для купания. Я очень была удивлена. Во-первых, тут идут фруктовые ароматы, яркие цвета, не оставляют следов ни на ванне, ни на кафеле. Идет каждый по 50 мл. Что нужно сделать? Небольшое количество мыльной краски выдавить на руки, нанести на влажное тело или добавить в ванную в качестве пены. И после использования просто смыть водой. То есть, ну, как бы применение легкое. Ну что ж, бананчик. Очень вкусный, приятный вкус. Очень ярко. Ванну окрашивают в такой нежный, такой слегка желтоватый, что ли, оттеночек. Так, давайте же я загуглю состав. Не загуглю, а увеличу, господи. Да, кому интересно, вот у нас идет состав, вот он, аква и так далее. Вот, 50 мл, артикул 1753. Значит, вот первая красота. Вторая красота, так, он идет со вкусом банана. Прям натурального банана, очень-очень приятного. Следующий оттеночек, вот такая вот красота. Пенятся они достойно, нормально, клево, классно. Идет со вкусом ананасика. Почему зеленый, не знаю. Наверное, банан желтый цвет занял. Да, то есть такая вот у них консистенция.
пахнет реально вкусно, мне нравится. Артикул 1752, состав идентичный предыдущему. Ну и третий вариант, у нас с вами идет клубничка, также она идет 0+, давайте я вот ее сюда выдавлю, да, то есть такая же у нее консистенция, также оно все окрашивается. Так, артикул 1754, тоже 50 миллилитров, ну и состав идентичный предыдущему. Вот, ну и все сделано с такими вот, как сказать, осьминожками, чтобы ребяток радовать с осьминожками, да, то есть с хорошенькими, с такими клевенькими. То есть вот такая вот красота, их можно перемешивать между собой, можно не перемешивать, можно все что угодно в принципе сделать. Оно реально очень хорошо мылится и такая хорошая обильная пенка. Следующее, вот такие вот три новых платья в трех оттенках, бежевый, синий и малиновый. Ну что могу сказать, личное мое мнение, ну это такие домашние платьюшки. Я специально сказала через Ю. Да. Ну, походить нормально. Как бы ничего так. И в жару, мне кажется, будет классно. Плечи не сгорят. Да? То есть, ну, такое очень сильно базовое. Надел платье, надел кроссовки. И ничего тебе не надо. Тебе удобно, тебе хорошо. Пуговки я бы расстегнула, конечно. И ходила бы. Ну, давайте посмотрим на ткань. Я заказала себе все в размере 2XL, то есть все самое большое. Состав 100% хлопок. Идет платье из пике. Так, артикул в размере 2XL. Получается 863-159 в синем цвете. Вот такая вот очень, я бы так сказала, грубая ткань. Да, вот у нее изнаночная сторона, какой-то, может быть, мини-ворсик есть. Ткань мега-супер плотная, она не будет вообще просвечивать. Она очень мало и плохо, по идее, тянется. Немножечко есть, но тянется. Так, состав у нее, забыла прочитать, 100% хлопок. Прям 100% указано, как вы видите, да? Значит, давайте посмотрим верх изделия. Тут у нас кнопочки, такие вот интересные. Тут у нас антирастяжитель. По всему, да, то есть тут у нас ткань типа вязки на воротничке, то есть она растягивается, но такая вот интересная. Само строение ткани изнутри, да, такие вот, я бы так сказала, ворсиночки, что ли. Ну, конечно, это волосок моей Алиски, а у воротничка уже вот такое строение ткани, белая такая окаймовочка идет, покрашена красочкой. На мой взгляд, все очень хорошо выполнено. То есть все очень качественно, никакие там ниточки, еще что-то, ничего не торчит. И довольно-таки хорошая ткань. По идее, она должна хоть сколько-то просвечивать, но, как вы видите, очень плотный слой. Прям мега плотный слой. Что здорово, что, в принципе, радует. Рукавчик тут такой коротенький. Но что мне нравится, то, что этот рукавчик, он идет такой узкий. Сейчас я буду примерять, еще посмотрю на себе, как оно будет смотреться. Но, знаете... На мой взгляд, если уже мало, то уже лучше назад сдавать. Если где-то что-то тянется, то рукавчик, он вообще не тянется. Эластан тут отсутствует абсолютно. Низ изделия у всех платьев идет прямой, без разрезов, что радует. Но платье не особо такое длинное. Оно более такое на юных особ. Это платьишко получается такое, ну, как сказать, повседневочка, да. То есть я, например, с такой длиной дома одену, но куда-то пойти я уже, ну, не пойду. Мне хочется или подлиннее, или как-то с брюками что-то уже носить. Ну, вот я такая. Дальше. Следующее платье. Цвет бежевый. Размер тоже 2XL. Артикул 863-153. Очень рада тому, что цвет передается один в один, какой он есть на самом деле. Камере моей можно сегодня доверять. Тот же самый крой, все то же самое. На мой взгляд, ну, очень даже великолепно. Внутри ткань, она намного, у всех трех платьев, она намного мягче получается, нежели снаружи. Снаружи такая ткань прям грубенькая. Такая вот, знаете, да, грубоватенькая снаружи, но я думаю, это без разницы. Очень нравится, как сшито. Мне очень понравилось качество этой одежды. Прямо вот, ну знаете, вот идеально. В магазине где-то что-то примеряешь, все время какая-то ерунда попадается. Тут нет, мне прям нравится. Так, есть ли тут вложение? Вот оно, это вложение. Хотела посмотреть, как стирать.
Так, состав 100% хлопок. Машинная особо деликатная стирка в холодной воде до 30 градусов стирается. Так, отбеливать запрещено, гладить при температуре не более 110. Химическая чистка запрещена, не сушить в барабане. Понятно все. А я все подряд сушу в барабане, а потом смотрю, что-то у меня вещь села. В общем, скорее всего, если горячо постирать, вещь сядет. Ну, такие же пуговки, все, кнопочки вернее. Ну и третий цвет очень хорошо передается. Не знаю, как он будет передаваться на мне, но вот на столе, верьте, столу получается, да. Так, размер 2XL, 100% хлопок, а также состав артикул 863-165. Ну, слушайте, красивый такой цвет, приятный. Я ее, наверное, пошлю вот эту вот свекрови. Она очень любит такой цвет. У нее уже лето. Ну, если рукава, конечно, будут как раз. Это факт. Как-то мне кажется, что узенько. Приходила ко мне в гости Ирина Перемечева. У нее, конечно же, рост большой. Она меня на голову выше. Она к себе приложила, посмотрела. Но ей он чуть выше колена получился. Слегка-слегка. Ну, практически по колено. Но это, конечно, слишком, она сказала, для меня так коротко. Да, вот такая красота. В общем, все нравится, все великолепно. Ну, как бы нареканий к платьям нет. Хорошее платье. Ну что, ребята, хочу показать вам платье. Ну, я могу сказать, что оно мне маловато. Как бы таким вот образом оно на мне смотрится. Мне, конечно же, это не нравится. Грудь очень сильно стягивает. То есть места в груди абсолютно не хватает. Размер этот, так как это размер самый большой, то у меня больше... Нечего заказать, получается, да? То есть, ну, как бы таким вот образом. В платье очень хорошее и классное. Это я вам показала. Сейчас вот такое второе платье уже просто приложу к себе, чтобы вы посмотрели, как мне такой цвет. Ну, на мой взгляд, платье клевое, но большего размера нет. Поэтому, что получилось, то получилось. Третье платье темно-синее. Мне кажется, что оно мне мрачновато. Хотя подходит под макияж. Да, то есть, ну вот таким вот образом. Длина у него, как вы видите, выше колена мне. Вот, но, скорее всего, потому что оно меня обтянуло и расширилось. Да? Может быть, на девчонках похудей оно будет более-менее совпадать. Вот, будем надеяться. Ну вот, как-то так. Мне платьев не досталось. Еще пришел мне сегодня заказик, села снимать, и Иришка мне как раз сегодня заказик привезла. Это я выполнила Faberlic Drive, 6455 рублей, сумма 7903 получилась, да, а сумма со скидкой 6455. Кононова Анна. Что у нас получается? Тут я взяла сыворотку-активатор. Это одна из моих любимейших сывороток после золотой стала, да, серии нашей. Коэнзим Q10 обязательно с 70% скидкой. Так, БАД Коэнзим Q10. Так, 1080. Это очень дешево. А Коэнзим Q10 это... Ну, мягко говоря, вкратце говоря, это срок жизни клетки, потому что тут чеснока порошок, коэнзим Q10, аронии черноплодной идет плоды, да, и дигидрокверцетин, бета-каротин, как витамин А, ну и биопирин, конечно же. Артикул 158-37. Пьем его за 40 минут до еды. Можно его пить, в принципе, на постоянной основе. Дальше, значит, взяли подушки, сейчас покажу. Крем для лица солнцезащитный SPF 50. У меня в этой дорожке закончился крем в Джубге. Было холодно, но очень солнечно. На солнышке реально припекало, но только ты заходишь под какое-то деревце в тень, сразу холодно, резко холодно становится. То есть там сейчас такая вот погодка холодная была. Я заказала ее по Faberlic Drive, но она мне и так была нужна. То есть задания Faberlic Drive совпадают с моими, потому что скоро мы будем посещать Турцию. И, конечно же, в Турцию я еду не отдыхать, на минуточку, я еду работать. Вот с артикулом 2780. Очень шикарная SPF 50 сыворотка. Она реально шикарная, она реально крутая. Она защищает от солнечных
ожогов, пигментных пятен, вызванных солнцем, препятствует появлению морщин, вызванных солнцем, делает кожу увлажненной и более мягкой. Легко распределяется по коже, не оставляет липкой пленки и белых следов, не смывается в морской воде. То есть такая классная. И защищает она от широкого спектра излучений, да, то есть вот они, раз, два и три. Такая вот красотища. Используйте крем каждые 2 часа. Ну, мне как-то, вы знаете, на раз, наверное, хватает его. Я с утра его нанесла, потом могу сделать макияж. Он очень хорошо работает под макияж. Еще у нас с вами есть сыворотка SPF, тональный крем есть SPF и так далее. Артикул 2780, но вот SPF 50 лично я люблю, потому что мне уже 40+, то есть 2 октября 2024 года, этой осенью, да, мне уже исполняется 41 год, поэтому я считаю, что мне уже в моем возрасте очень-очень нужен SPF, и стараюсь наносить. То есть он сначала светленький, но потом он начинает распределяться и впитываться, да. Ну и, конечно, я много выдавила, чтобы видно было на камеру, какой он, как он лежит. У него очень нежный такой, еле уловимый аромат. Я его сильно там много не чувствую. И если присмотреться к нему, то можно увидеть такой еле-еле-еле такой незаметный блеск, но он есть, и он уже, вы так и будете поблескивать. То есть это все-таки защитка. Если вам не нравится на лице это, да, то, по идее, можно слегка припудрить нашей пудрочкой. Она тоже там SPF сколько-то, то есть приятненькая штучка. И ручки уже, знаете, вот такие хорошенькие, мягонькие тоже становятся, клевенькие, да. Хотя у меня там крем на них был. В общем, красота, да и только. Мне очень нравятся такие кремчики, поэтому с удовольствием заказала, хотя это я драйв выполняла. Так, Куинзин Q10 мне по ВИПу достался. И вот эта вот сыворотка, активатор жизненных сил, это пептидная косметика. Она стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, активирует клеточное обновление, повышает тургор кожи, делает лифтинг-эффект. А я за 10 дней целую сыворотку израсходовала, наносила ее и утром, и вечером. Она идет 50+, но я ей иногда балуюсь, пользуюсь, мне очень нравится. Она улучшает общее состояние зрелой кожи всех типов, содержит восстанавливающий комплекс из 5 умных пептидов, которые работают во всех слоях кожи, то есть стимулируют выработку собственного коллагена, способствуют обновлению клеток и разглаживанию морщин. Сыворотка повышает плотность и упругость кожи, подтягивает ее. То есть упаковочка тут идет такая стеклянная, она, кстати, классно пойдет на подарочек на какой-либо. Артикул у нее 6781, она идет 15 миллилитров. Честно сказать, конечно, тут вот в этом вот моменте я себя могу поругать даже. Почему? Потому что сыворотку нужно все равно заказывать с дневным, с ночным кремом, с тоником этой же самой линейки. Я же заказываю частенько только сыворотку, потому что, ну, очень она мне нравится, очень она мне понравилась. Но сейчас не знаю, как оно на SPF-ку впитается, да. Видите, белеть начало, с SPF-кой спорит. Оно реально хорошо и впитывается, и все. Она идет такая нежная, маслянистая, очень хорошенькая. Запах у нее, ну, лично для меня он не очень приятный. То есть, если тут легкая такая сластинка, то тут такая тоже легкая сластинка, но уже с каким-то привкусом. Я не могу понять, что это за привкус. Мне не очень понравился запах. Но он мне не противен. Я не могу сказать, что там мне плохо от него, там фу. Там нет никаких таких прям отрицательных каких-то реакций, мне не вызывает, слава богу. Далее, подушка из лузги гречихи. Я обязательно заказала, потому что я сплю только на таких подушках. И я эти подушки очень сильно люблю, ребята. Так, у него какая-то шабаршашная такая упаковка. Новый чехол. Значит, артикул 113.30 получается. Это подушка с наполнителем из лузги гречихи. Наперник, да, вот наперник 100% хлопок. Наполнитель 100% лузга гречихи. Размер 40 на 60. Достойная очень подушечка. Так, сделана, конечно же, в России, город Иваново. Ну, что еще могу сказать? Подушка идет с анатомическими свойствами, имеет эффект микромассажа. И, конечно же, у нее гипоаллергенные материалы. Made in Russia. Да, такая вот интересная аннотация. Вот, давайте же доставать. Очень такой шабаршашный пакет. Вот такая вот подушечка, она принимает вашу форму. Что мне в этой подушечке нравится? Ну, это вообще новинка, можно сказать, на моем канале, потому что до этого был другой наперник, не такой, он был такой блестящий. А это сразу видно, что подушка новая. Почему я ее люблю? Вот когда я ложусь на бок, обычная подушка, да, так вот продавливаете, да, вы, и обычная подушка приподнимает, да, вот, даже если вот взять руку, вот смотрите, да, то есть вы кладете,
Обычная подушка, да, дает вам как бы такое натяжение, да, и кожа, ну, таким образом вот скукоживается, да, получается, и морщится. А вот на этой подушке, когда вы легли, допустим, и вам хочется что-то сделать, я вот так тык, и у меня уже глаз не морщинится, и эта дырка мне нисколько не мешается. И мне удобно. И когда я долго сплю где-то в отелях, в гостях, на обычных подушках, я просыпаюсь, ребят, у меня лицо все помятое. Вот это я вам серьезно сейчас говорю. Прямо метущее лицо. И я говорю, господи, когда я приеду домой к своей любимой подушечке. Не весила бы она столько много, а она реально много весит, если тут у нее вес. Вес 2,3 кг. Ну, она реально так немало весит. То есть там реальная лузга. Где-то тут должно открываться. Вот она открывается. Сейчас я отсыплю чуть-чуть. И тут уже, видите, обычная лузга, и все там в лузге. У меня как-то дочка младшая высыпала, помню, практически всю подушку. То есть это прям реальная лузга-лузга. Такая вот обычная получается. Видим, да? То есть вот обычная лузга гречихи. Вот, красота, в общем. И у меня на ней реально отдыхаю я на ней. Вот, то, что написано было, что она там помогает от храпа и так далее, я не согласна. У меня муж как храпел, так и храпит. Где-то что-то вот, я ему помню, новую подушку эту выдала. Он как-то день-два меньше храпел. Я помню, я сняла обзор, да, действительно, муж меньше храпит, а потом снова захрапел, как положено. Вот, и еще у нее есть недостаток, прежде чем брать, да, дослушайте видео, как говорится, до конца, как какой у нее есть недостаток. Она шебаршит очень сильно. То есть чувствуете, да? Вот если вы готовы спать на этой подушке, и когда вы будете ночью там, например, переворачиваться и так далее, кто-то первое время вот от этого шороха просыпается. Я же к нему... Ой, сколько я лет на этой подушке сплю, не знаю. Я же к нему привыкла буквально за где-то недельку к этому шуму, да. Бывало, я просыпалась 2-3 раза за ночь, потом я вообще перестала просыпаться. Потом раз в неделю, потом вообще перестал, понимаете, да. То есть это у меня вошло в привычку. Но когда ко мне приезжают гости, да, там победители воронку мы снимаем или еще что-то, к сожалению, они говорят, ой, мне можно ли обычную подушку, пожалуйста, я не хочу вот эту на гречневой лузге. То есть она идет на вкус и цвет, поэтому обязательно одну можно заказать, попробовать, поспать и решить. То есть это такая специфическая штука, то есть это что-то типа анатомической подушки, которая принимает вас, ну, натурально, да, натурально принимает вашу форму лица, и вы спите, и лицо не мнется, как вот обычной подушки. Вот это мне очень нравится, и это я ощутила после 35. Прямо резко ощутила именно после 35, что есть прям феноменальная разница. И меня даже муж начал замечать, что вот мы поедем с ним на отдых, спим на обычных подушках, они такие же клевые, и мне их также хватает. Но в итоге получается, что мне не нравится потом мое лицо, и муж замечает, что я мятая, понимаете? То есть, ну, как бы для меня это много значит, потому что иногда нужно с самого утра собираться, там, к 9 утра, например, выезд, да, то есть ты встаешь с позаранок, ты быстрее косметику, ты быстрее там БАДы выпил, быстрее там умылся, быстрее туда-сюда, быстрее позавтракал, быстрее накрасился, то есть это все надо делать мега быстро, на каждое действие там по 15 минут, и когда ты видишь, что у тебя там, блин, вмятина на глазу, под глазом вернее, и ты понимаешь, что она разгладится не за 3 минуты, и уже патчи даже не помогают, как-то вот хочется на такой подушечке и поспать после этого, да, но я разницу вижу. Следующая подушка, тоже задание по драйву, она идет, обычная подушка на лебяжьем пухе, что нравится, это все идет, по-моему, из синтетики. Сейчас посмотрим с вами состав. Цена кажется маленькой, но она сейчас надуется из-за того, что к ней пришел воздух. Видите, она начала прям надуваться на глазах. Да, она сейчас потолстеет, как говорится. Давайте же доставать ее вместе с аннотацией. Да, вот такая вот красавица. Ну, уже почти надулась. Такая она и есть. Это обычная подушка. В драйве было задание, я взяла такую подушечку. Размер 50x70x20. Она идет супер мягкая, с искусственным лебяжьим пухом. То есть там никто не будет размножаться, что мне понравилось. Наперник микрофибра, 100% полиэстер. И термополотно, 100% полиэстер. Далее, значит, идет наполнитель, 100% полиэстер. И 50% высокосиликонизированное волокно.
Да, то есть и начинается, ну, указано, что это искусственный лебяжий пух, 50%, 30 волокно. Вот такая красота, не вызывает аллергии, легко, приятно на ощупь, быстро принимает оптимальную форму, не слеживается, экологически чистое волокно нового поколения, предотвращает появление пылевых клещей и грибков. А вот это, кстати, интересно, я даже не знала. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легко стирается и быстро сохнет, сохраняя свои первоначальные свойства. Вот это тоже, кстати, здорово, потому что подушку из лузги гречихи надо сначала гречиху, лузгу вытряхнуть, наперник постирать и потом лузгу обратно засыпать. Ну, это как бы честно проблемно, а тут взял целиком подушку, положил и все. Подушка повторяет форму головы и шеи, изменяет форму согласно вашим движениям. Ну, это понятно, да, то есть, ну, она малюсенькая. Вот я на такую смотрю, сильно мягкую, да, подушку, она маловато, мне кажется, для меня. И когда на маленькую такую смотрю, это спать или вот так на ней спать, или, ну, я люблю на боку просто, я не люблю там на спине спать. Или вот так на ней спать, или две брать. Вот серьезно. Одно из двух. Вот такая вот красота. Тоже мягкая, пышная. Вот у меня мама приезжала гостить, там массаж, анализы. Ну, по врачам походили. Вот нам 77 лет. И, конечно же, честно сказать, она эту подушку выбрала, а из лузги не захотела. Поэтому и эти подушки, и подушки из лузги, все на любителя. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.